Приветствую вас на канале Асмоды Плей. Мы начинаем новую игру Джеймса Бонда. Так. Да. Настройки. Итак, давайте начнем. Так, сетевая игра нет. Новая игра. Агент оперативник. Агент? Среднячок. Ну где он? Блин, я думал, там заставка какая-то будет, а она не проигрываться даже. Так. Так, для отображения заданий подсказок. Ага. Вот меня и сбросили. Понятно. Так, ну-ка, вот тут они переключаются еще, понятно. Так. 007, попытайся пробраться на этом грузовике. Давай. Будем пытаться. Не с места. Или уйдешь отсюда живым. Или уйдешь отсюда живым. Подожди, где у меня настройки? Чувствительность чуть-чуть убавим. Оп. Можно еще чуть-чуть. Блин, а у меня глушитель был все это время. Ладно. Давайте. Не деревянная игра, конечно. О. Ну, давай загрузим, что оно. Подожди. Вот так вот. Вот так. Вот так. Как я должен был? Вау. Так. Ну ладно. А какая-то... Что за кнопка у меня? Бац.
все понятно. Как эта штука действует? Обновление, так, войдите в замок и проберитесь на вечеринку. Так. А где эта вечеринка, кто бы мне подсказал? А тут как-то она сама сохраняется, да? А нет, смотрите, вот сохранить игру. Ну-ка, давайте-ка. Сохранить. О, броня. Да, тут можно. Так, 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 так. Так, я что-то натворил. Прекратить. Так, пока где? Я только напортачиваю. Тихо-тихо-тихо. Так-так-так, куда мне? Ну давай посмотрим. У меня карта-то есть. У меня даже карты нету. Ну давай. Наверх. Хорошо, что оружие с глушителем.
Так. Пластины для броника. Допустим. Так, почему-то я не понял. Так. Ух ты. Это подобрал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот так. Где-то я здесь должен еще отстреливать отсюда, да? Ну, давайте посмотрим. Так. Пока не вижу никого. Ладно. Пойдем. В башне в этой мне больше пока ничего не надо. Нет, посюда я зашел. По мне хрена кто-то. И откуда? Куда он делся? Это я понять не могу, что это за говно ружье. Куда он делся? Так. Ага, там глюк надо. Вот и все. Да откуда? Охренеть. Ну что ты меня там? Так, ладно. Еще к тебе не пройти же было. Так, ладушки, ладушки. Где были? У бабушки. Там, блин, ни хрена видео нет. 007, найди агента Найтшейд и уходи оттуда. Блин, эти все ролики мне недоступны.
Так, возьмите свое шпионское устройство у агента под прикрытием официанта. Сэр, вам лучше вернуться к компании. О, с этим я согласен. Мне лучше вернуться к компании. Не против, если я вот сюда спущусь? Да. Могу я чем-нибудь вам помочь? Нет, спасибо. Ты только осмотрись вокруг. Так, у женщины телохранитель, так, среди гостей фотографируется всех женщин. Так, встретись с агентом ЦРУ, женщина телохранитель. А как фотографировать? Надеюсь, мы будем видеться чаще. Ты такой настойчивый. Он весьма богат. Привет. 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 Гениально. Восхитительно. Ну как фотографировать-то вас? Привет. Привет. Блин, а где? Официант и все вот это. Это я недопонимаю. Восхитительно. Ой. Подождите. О. Так. Это что? Это... Да, убери, ты убери. Так. Встретитесь с агентом, сохраняйте прикрытие участника вечеринки. Так, или найдите альтернативный путь на транспорт. Ну так, прокатитесь на транспортном грузовике. Принести вам что-нибудь выпить? Я пью только мартини. Да. Привет. Я жду кое-кого. Очень приятно. Рада с вами познакомиться. Блин. Чего желаете, сэр? Привет. Пока ничего. Блин, все, я должен отсюда выйти, да? Куда? Джеймс. Найдите украденный чемодан с модулем управления. Так.
Еще разок. Понятненько. Не-не-не-не. Пока ничего не показывает. 007, ты должен попасть на эту встречу между Дрейком и Мейхем. Ты не должен подвергать опасности мирных жителей, но ты не должен колебаться, если придется нейтрализовать людей Дрейка, которые будут тебе мешать. Понятно. Подожди. А как мне уйти-то с этих? Вот так. Блин. Искусство. Ой. Ну ладно. Агент сообщила нам о том, что она видела, как Дрейк прятал папку с секретными документами в одном из своих сейфов. Она не знает, что они находятся. Я уверена, что эти документы представляют для нас большой интерес. Сам сейф спрятан за одной из картин в Красной галерее. Так. Ага, вот оно что. Нет. Взял. Так. Уходим. Охренеть. Ну давай, где у меня там последнее вот это, да? Так. Спасите агента ночной тени, бегите из замка с модулем управления. Блин, а у меня даже и броника нету. А где он может быть? Ну-ка.
Блин, здесь нету, да? Плохо. Так, у вас нету. Мне что, к ним идти? Они же меня сейчас там умотают. Стреляйте же. Подожди, я сохранюсь. Сейчас пипец как помирать нельзя. Ждем перезарядки их. Ждем их перезарядку. Давай. Блин, блинский. Огонь. Охренеть, а как? А, у меня же граната есть. А нет, у меня там была граната. Так. Блин. Ну, сейчас с этим одним хп то я охреневать буду тут. Блин. Огонь. Здесь меня сразу гасит. Еще и граната полетела.
Так. Где-то 15, так. Где стоишь? Правильно, да. Ты твою мать! Чё за нахрен? Какие они меткие. Ну блин, надо сохранить. Я их так хрен загашу. Охренеть, с одним хп, блять, тут. Я взял еще патроны, мне бы, пожалуйста, пластины бы. О, граната есть. Нет.
Охренеть, прошел. Что-то недалеко прошел там, блин. Подумал, все, миссию выполнил. У тебя ничего не было? Блин. Вот так. Фух. Охренеть. На, сохранить. Вот здесь надо сохранить по-любому нахрен. Теперь я понял эту концепцию игры, бля. Так, у меня больше ничего нет. Автомата никакого нету. Люди убиты. Полегче будет, да, теперь? Я нашла инструкции, уходим. Подожди. Я какую-то хрень взял. Все с тобой, как понимаю, там по зиме этой хрени бегать. Так, а чего я взял? Блин. Ладно. Загружаем. Блин, то ли меня своей же ракетой убило, то ли... Ладно. Смотрим. Подожди. Подожди.
Охренеть, что-то, блин. Ракеты хреново управляемые. Надо научиться с ними как-то. Да где ты? Так. Победил. Ух, ну что ж. А, у меня там какое-то еще предисловие, но все равно ролики-то не кажут. Ролики мне все равно не кажут. Так, избегайте обнаружения. Давайте посмотрим, что у нас. Так, а что вот у меня... Что вот он делает? Это шокер, да, как я понимаю? Ага, вон оно, что Михалыч. Так. Так, отключите прожекторы системы безопасности. Так. Вот хорошо, что я сюда побежал. Так, у меня только пистолет. Так. Отлично получилось, но я пошла. Ну он снайпер уж, блин. Генрих, проверь прожекторный генератор. Наверное, Генрих, не уйдешь отсюда живым. Поднять тревогу. Блин. Охренеть. Вас заметили охранники. Так,
Это получается, мне опять прожектор надо гасить. Хреновенько. Давай-ка вот здесь сохраню, чтобы мне потом опять не бежать туда такой большой круг. Отлично получилось, но я пошла. Берегись снайперов. Джеймс, не иди за мной по пятам, нас могут заметить. А как мне идти? Блин. Отлично получилось, но я пошла. Да иди, иди. Почему поднять? А я чё, там никого и не было. Надо смотреть, куда надо идти. Отлично получилось, но я пошла. Давай. Нет, 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 я... Вот этот телефон. Я услышу его. Кедрик, проверь прожекторный генератор. О, услышал. Наверное, генератор остановился. Так, разберитесь с патрулирующим охранником, чтобы получить пропуск на первый уровень. Давай. Не вижу причины, зачем это делать. Охренеть, подождите, нет, 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 нет. Я так не согласен загрузить игру. После того, как я с одним ХП попарился, не надо. Отлично получилось, но я пошла. Давай. Сюда идет охранник. Я подожду, пока он сюда он пройдет. Генрих, проверь прожекторный генератор. Наверное, генератор остановился. Охренеть. Теперь сиди и жди его, блин. Это что, игра? Это игра на выжидание. У меня такое чувство. На терпение и выжидание.
Даже в Хитмане не так было. Не вижу причины, зачем это делать. Он дальше не пойдет. Ну, неплохо стреляют, неплохо. И вот теперь, я сохранюсь, чтобы нахрен не ждать, не выжидать. Почаще сохраняйтесь, вот что я вам скажу. Блин, а если я туда не пойду, просто пристрелю, ну не пойду туда, сейчас посмотрим. Мне же тоже не нужны вот этот, чтобы он там оставался. Так, его не убиваем. Его не убиваем, блин. Так что за телефон? Что он делает? Я не знаю. Так. Блин, огонь. Мне же не надо ждать, когда ты камеры отключишь. Так, ладно. Давай тогда. Так. Вон она, камера. Так. Что задача-то у нас? Проникните на башню управления полетом, избегать обнаружения. Блин, меня что-то вот цыкает, но вот сейчас вот. Вот стоило поиграть с одним хп. Ну все. Так, ну-ка, у меня. Вот это для чего надо-то? Вот это вот. Хрен там. А на людей почему-то не действовал у этого. Ладно. Теперь мы поняли. О, не-не-не-не-не-не-не-не. Что-то подглюкнуло, да?
Так. Минутку, блин. Так. Блин, вот так получается. Нет, не так это работает. Нет, не так. Так. Так, проникните на башню управления полетами. Это не против проникнуть, только где? Все понял. Вот так вот. Я думал, это туда, блин, спускается. Не курить везде. Сам башку заворачиваю от предвкушения. Так, минутку сохраняем. Сохранить.
Так, а вот теперь у меня вопрос, а куда там нахрен еще лестница-то вела? А, смотрите, еще выше что-то есть. Минутку, Джеймс. Все камеры отключены, можешь идти. Какие новости от рука? Ничего, никаких признаков. Радар тут... Вот так. Где я должен что-то напортачить, должен что-то уничтожить консоли связи. Уничтожил. Расстраивайся ты так. Джеймс, устрани охранников. Ты я что делаю? Вот и все. Я давай. Где? Вот и все. Так, а мне что, все? Спускаться? Блин, блинский. Спускаемся. Что, меня ждут сюрпризы? Блин, вот здесь вот по этому бронике валялся. Вот здесь. А. Охренеть, профукал, бля.
Ой-ой-ой-ой, поэтому там броник лежал. Смотрим. Меня что, зацепило? Так. Блять, и гранат-то нету. Ладно. Сохраним. Блин, блинский. Огонь! Огонь! Пристрелите его! Блин! Гранат нету. Да. Серьезная игра так-то, блин. Блин, вот сейчас вот опять. Вот сюда сохраню. Прекратить. Ну хоть где-нибудь броник-то, блять, оставьте для меня. Что вы как звери? Охренеть.
Ладно. Вен там, да? Броники так просто не валяются, да, у вас? Я уверена, что Дрейк уже знает, что мы здесь. Пора уходить отсюда. Есть! А вот хренушки вам, блин! Вот не зря я пошел. Вот тебе бонус. Ты не уйдешь отсюда. Давай. Так. Кто где стреляет? Понятно. Сейчас подождите. Да кто откуда по мне стреляет? Огонь. Так, почему ты, тебя там не было, а потом ты появился? Вот в чем вопрос. Тут какой-то маленький глюк. Я уверен в этом. Есть глюк. У меня потому что через этих хренаков. Ладно. Так, все, понял я, как нахрен вас теперь хренакать. Загрузить. Так, у меня... О, видите, хрена хрен.
Так. Еще должны быть. Давайте, где вы? Понятно. А здесь тогда мне нахрена. Ну-ка, давайте-ка. Так, сюда мы не можем. За углом. Опа! Дам огонь. Так, сохраним. Смотри эти ангары. Мы должны найти выход. Вот так. Так. В случае чего мы можем вернуться, там еще пластины оставались. Так, вот давайте отсюда. Удалить. 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 Сохранить. Ой-ой-ой. Ох ты, граната. Где ты, последний? Так, теперь я иду за пластинами. Ничего, что дальний путь. Нам пластины очень нужны. Правда, к ним путь далековат. Ничего. И не столько еще пробежим понадобится.
Так. Ну, можно было с двух сторон, да, гасить? Подожди. Сохранюсь, посмотрю. Что там? Так, сюда не входим. И вот сюда заходила. Ага. Значит, действительно, у нас только там. Так, а что мы здесь натворили? Пока ее прикрывали, тут ничего нет такого. Да вроде нету ничего. Фу, блин. Грузовички. Понятно, короче, и так нахрен приходилось бы тебе, блядь, воевать. Один хрен тебе сюда потом заходить. И посюда вас все равно идти. Давай. Вот я бы не думал, глюк, но все равно через ящики стрелял. Прекрасно, прекрасно пока все идет. Не сглазить бы. Закрыто. Так. Броник пока оставлю. Самолет Дрейка. Уведи этот самолет. Я прикрою тебя с радар. Да, ради вышки с хорошим обзором. Так, доберитесь до вышки с хорошим обзором, убью всех, кто будет вам мешать. Ва. Что тебе помочь?
не с той стороны. Скоро прибудет подкрепление. Подожди, он по мне стреляет кто-то. Джеймс, я тут не одна. Так. Я не одна, ты не один. Вот оттуда хрена как. Самолет заправлен. Давление в норме. Все работает. Все системы работают. Ну давай. Вот так. Встретимся, у нас мало времени, и следи за бочками с топливом. Подожди. Точка, сохранить игру надо. Бегите на самолет. Вот хорошо, что я не взял нахрен этот. Добро пожаловать на борт. Да. Видео все равно нет и не будет. Bond, MI. Ну что ж. Я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!